Здравствуйте, Арсений Селезнев, зверобой. Сегодня у меня такое веселое настроение. Петухи поют даже. И вот села курочка в гнездо. Приблизительно это прошло где-то 2,5 недели. После того, как перестали нестись куры. В общем, играли, куры играли в сухую полностью, и сейчас вот она сидит, скорее всего, хочет снестись. Может быть, второй вариант, что у нее просто болят ноги, и она хотела спрятаться от других. Но раньше такого не было. Эта курочка, напоминаю, это курочка Лапуля. Она с больными лапками, и она самая последняя по куриному. Вот этот крикун. Все такие после линьки плохо выглядят. Пощипанными такими выглядят. И вот она плохо питается, плохо ходит. В общем, все к ней задираются. А нестись начинает первая. Ну, я надеюсь, что она снесется. По крайней мере, приятно, что она сидит в гнезде. Арсений Селезнев, зверобой. Приятная новость, что куры так быстро отошли от после линьки. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока!